Так, а что это за соревнования? Так, поехали. Гонка. Так, идеальный старт. Что у нас? Какое здесь задание? Пора ехать? Сколько это там? Метров, километров, что ли? Ох ты, новый рекорд. 131, одна минута. Четвертое место пока что. Поехали. Так, теперь с участниками. Чем дольше мы будем на земле, тем у нас получается... Понятно. Все понятно. Тут прыгать надо. Опа! Понятно, 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 все понятно. Что делать здесь надо? Так. А, что у нас получается? Второе место, да? Поехали еще раз. Опа! Так, тачку уже поменять нельзя, да, я так понял? Ладно. Старт вон оттуда, понял. Ох. Гараж, можно поменять же машинку, алло. Че, вы мне сразу об этом не сказали-то? Так, 12 место у меня. Поехали. Так, стартанули. Опа. И чё это? Чё это было? Лучшее место Россия занимает. Офигеть. Круто. Соревнования. Это получается, мы только две таких звездочки заработали. Так? А чтобы открыть это все, нифига себе нужно сколько. Ладно. Понятно. Поехали. Подожди. Знаешь, где мы сейчас поедем? Поедем, наверное, в шахтах. Да. А, в шахте я еще ни разу не ездил, что реально? Нифига себе, а как так? Ну ладно. Давайте прокатимся. В шахте. Тут заработаем звездочек. Реально. Да, шахта у меня недавняя вообще-то. Открытая карта. Не на всех машинках я еще ездил. Ну ладно. Поехали. Оп-оп-оп-оп-оп. Есть. О, нет. Блин, да что с тобой же делать? Стукнулись. Ну ладно. Шахты достаточно-таки карта сложная. Я скажу, да. Поэтому надо нам тут аккуратненько ездить. Вот, вот это вот место. Офигеть, можно было разбиться легко. Угу. Опля. Ну вот уже, 1000 звездочек. Мало, конечно, но... Что поделаешь. Так, а монет уже 27 тысяч. У нас. 27. А, ну здесь одинарные монеты, слушай. Тогда у меня были двойные. А здесь одинарные. Так, давай бензинчик. Все, взяли. Поехали. Сверху. Во! Так, этот у нас стоит нормально. Здесь тоже стоит. Поверху едем. О, бензин, стоп, стопы. Стопы. Да ё-моё, куда ж ты поехал, алё?
Остановись, пожалуйста. Едем. Вперед, только вперед. Ни шагу назад. Опля. Вот, смотри, у нас здесь лава появляется потихонечку. Это тема с лавой, карта. Здесь будет много лавы. Так. Аккуратненько. Подъемчик. Отлично. Вот, лава. Я сказал. Да как так-то, алло? Чё оно двигалось-то все? Чё оно начало двигаться все? Да, не получилось у нас. Сгорели немножко. Так, сколько у нас там осталось проехать? Много. Угу. 40 тысяч. 40 тысяч. Офигеть. Так, ржавый риф. На какой машинке я тут ездил? Да, на гоночной. Поехали. На гоночной, так на гоночной. Ни разу не ездили. Давай. Звездочки пособираем. Так, главное башкой не стукнуться. Ай, ну как я так стукнулся башкой, я говорю. Главное башкой не стукнуться. Нет, стукаюсь башкой. Попытка номер два. Здесь в начале очень легко стукаться. Поэтому здесь надо притормаживать все время. О, видишь, проехали. Все, проехали, а там дальше будет легко. Легче намного. Здесь уже особо нигде не стукнешься. Да, надо эту прокачивать машину вообще. Конкретно, причем. Слабенькая она. Очень слабенькая. Не хватает мощности. Все, давай, едем, 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 едем. Ну что ж ты такой слабый у меня автомобиль-то, алло. Да. Попытка номер два. Заехать сюда. Есть, заехали. Так, ну сейчас полегче будет. Главное взять бензинчик. Ну, давай, 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 давай. Да, ёшки-моташки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Машинка. Ну ты чё такая? Давай, попытка номер два. Не, короче, не вариант совершенно. Машину надо прокачивать, конкретно причем. Повтор. Движок повышаем. Сцепление повышаем. Подвеску повышаем. Приживную силу превышаем. Так, давай, движочек. Раз. Движочек, два. На остаток давай подвесочку. Раз. А, и детали. Оу. Так, у нас крылья есть, и у нас есть магнит. Давай магнит установим на тачку. Ну что, поехали. Тридцаточку я на тебя потратил. Очень было. Тридцаточку тяжело было зарабатывать, но пришлось мне фискануть на тебя. Гоночная машинка. Ну вот, теперь более уверенно мы едем. Хорошо. Отлично. Не такая тормознутая, как раньше была. О. А, разбился, да ё-моё.